Привитос, амигос, продолжается Dark Souls 3. В прошлый раз я не смог одолеть демона, но поскольку это босс не обязательный, может к нему вернуться позже. Что это здесь, кстати, за лут? Раньше, по-моему, здесь ничего не было. Может, это то, что книга пиромантии хранителей могил? Видимо, это то, что было между лап у босса, у короля скелетов. Тогда лут я не подобрал. Видимо, вот это оно и... вот это он и есть. Будем считать, что так. Многие спрашивают в комментах, не надоело ли мне играть в игры подобного плана, нравятся ли мне они. Знаете, во что мне действительно надоело играть? Вот это в танки. Вот в танки прям играть, ну, очень надоело. Многие говорят, что ну, зачем играть в игру, от которой бомбит. Ни от одной игры у меня не бомбит больше, чем от танков. Охуеть, вот это да. Вот это вид. Многие говорят, зачем играть в игру, где нету сюжета. Ну, а в танках, видимо, сюжета просто до хера. Иритил холодной долины. Где-то я все это уже видел. Но это опять что-то среднее между Бладборном. Это вот этот город, это вылитый Ярнам. И что-то среднее между ним и... даже не знаю, что-то, может тут хоть что-то от Анора Ландо есть, но нет, это чисто, чисто по-моему, Ярнам такой. Викторианская такая хренотень. Так, кто тут прыгал? И куда? И зачем, непонятно. Подошел к краешку поссать, наверное, тут нога поехала и... а, история знает такие случаи. Так, а что это здесь за завальчик такой интересный? Тут прям что-то обрушили. Теперь в этот город возможно попасть только через склепы, что ли? Может помочь рывок? Что, опять стрелять будут? Ну, пятнышки и кровушки-то есть. Чтобы вам разрешили пройти, принесите куклу. Кто мне, блядь? Ёбаный в рот! Спинозавр, нахуй! Это ему, что ли, куклу? Хуйте в нос, блядь. Какую куклу, блядь, о чем речь? Кукла, ты? Нет, не она. А-а-а, блядь! Закрыто, нахуй. Щучий нос, блядь. А чё это она? А куда это она? Здесь не пройти без куклы. Вы чё, блядь, дрочите меня, что ли? Какая нахуй кукла? А ежи, какой такой кукла, мукла, блядь, чё придумали? Ну, видимо, это финальная локация, пока что сюда просто рано. А как тогда с Годзиллой подраться? Откуда она вообще, блядь, взялась-то? Где будка этого песика? О, в воде что-то есть. Но это опять эти безногие. Как в Bloodborne, судя по всему, которые в воде жили. Телочки такие. Да, некоторые пацаны даже отойти не успели, как их опиздюлили здесь. Так, ну что ж, тогда... тогда куда? Северное сияние, что ли, здесь? Нихуя себе. Тогда куда? Куда тогда? Тогда... где тут были развилки-то путевые? Я даже, блядь, не знаю. Точно не в катакомбах. Путь жертв. Недостроена крепость. Крепость, лес мучений. Говорят, что вот здесь где-то была развилка. Но я вот не знаю, давайте от пути жертв пойдем налево. Я вот там где-то направо пошел. Говорят, что где-то босс кого-то пропустил. Ах, что бы я делал без комментов? Который думает, что я не читаю. Я считаю, просто мое прохождение ушло далеко от того места, которое сейчас вы смотрите на ютубе. Ну, спойлеры, все дела. А как вы хотели. Так, и... блядь, да чё ж ты, сука, тормозишь-то? Я не понимаю, блядь. Говорят, что беда с видеокартами NVIDIA у этой игры, ну... с видеокартами NVIDIA, блядь, постоянно у кого-то беда. Подождите.
Вот тут я спрыгнул вниз, а надо было, наверное, вот туда направо, через мост, да? Или что? Хуй поймешь. Я тут долго бегал. Бегал, бегал, что-то, блядь. Ничего не понял, куда бежал. Зачем бежал? Может помочь прыжок. Ага. Знаем мы таких подсказчиков. Так, а вот он мост, а как на него? Вот сука ушлая, блядь, откуда взялась? Я вижу мост, но не вижу, как на него подняться. Как пройти в эти ворота? А, нет, я в этих воротах был. Блять, а где я не был-то? Надо сразу потелепортироваться в лес мучений, как я понимаю. Развилка чуть дальше. Вот здесь, наверное, в недостроенной крепости. Тут-то одна дорога и очень замудненная такая. Вот во втором Dark Souls развилки были в понятных, очевидных местах. То есть вот тут налево пойдешь, тут направо пойдешь. Где развилки в этой части? Ну хрен его знает, это вообще просто. Так, вот там по мосту я ходил, кстати. Вон где дракончик висит. Но здесь, конечно, надо идти налево куда-то. Я типа направо пошел. И направо пошел я, видимо, учитывая, что там впереди нужна кукла, я пошел раньше времени, поэтому боссы у меня были немножко сложнее, получается. Но тогда неудивительно, что огненного демона я вообще не смог убить. Не, ну, можно его убить, если я уже сказал, да, подбегаешь, один удар, убегаешь, один удар, подбегаешь, убегаешь. Но это, блядь, 3 года такая битва времени займет, там нужен двуручный дрын нормальный, чтобы с прыжка наносить. Как следует, домашки. И отваливать по-быстрому. Вон где-то тут мне обещали какие-то руины, блядь. Хотя, по-моему, я все руины, что здесь были, проходил. Вот сука, блядь. Через какие-то, блядь, руины. Направо, направо, еще, блядь, направо, много направо, блядь. Ты поймешь, чего я, блядь, сказал. Я тут был. Типа говорят, что я не дошел. Да, блядь, чего? Опа. Это что за дырка такая? Ну это, блядь, парадный вход, походу. Вошел через парадный, готовь шоколадный, блядь. Хм, сука. Так, они все спрыгнули, хорошо. Нет, надо путь, дорогу только найти. Блять, щит-то будем подставлять, нет? Или так без зверей будем получать? Куда эта дырка? Ну вот они какой-то путь охраняют, в общем-то. Я просто его задом наперед почему-то прошел. Блять. Еще один, что ли, заебанец, блядь. Да, конечно, не так быстро без травяного щита восстанавливается стамина, как я привык. Я бы сказал, что даже медленно она восстанавливается, очень медленно.
Впереди опасный враг. Чё? Кто? Дверь дымная. Ха-ха. О! Нихуя-хуя. Знаток кристальных чар. Чё это такое? Маг. Кто дал мой хрустальный... А, взял. Мой хрустальный шар. Сука, не спроси меня. Пошел нахуй, короче. А все, что он может, это исчезнуть. Какие мощные кристальные чары, я вам скажу. А может, можно их... Нужно их, наверное, даже. А, не, они сами тают. Опа. Ну, это вихрь перерожденный. Пиздец. Пиздец. Это не настоящее. Как их, блядь, определишь-то? И опять исчезает. Вот проститут, блядь. Заебал нахуй. Откуда там это взялось, блядь, а? Короче, надо просто быстро-быстро бегать и быстро-быстро его спамить. Блять, опять настоящий ебаный бот. Иди нахуй с своей брызгалкой, змей, блять. Да бей его нахуй. Пиздец. Ебанутый босс, конечно, но слабый. Душа знатока кристальных чар. Ну, за эту душу дадут что? Дадут магию наверняка. Вот на левый проход открылся какой-то. Да, конечно, хуй найдешь этот вход. Но они его и поставили, блядь, молодцы такие. Просто вообще где-то в дырка в заднице, серьезно. Неудивительно, что я его не нашел сразу. Впереди бесцельность. Сюда зачем-то можно подниматься. Роскошный вид, да говно ваш вид. Сюда можно подняться, видимо, это что-то для битвы с боссом, но... Сомневаюсь, что самонаводки вас там не найдут. Хочу в дырка упасть, что там спрятано, посмотреть. Хуя ты. Не охреневшие. Слушай, смотри, сколько здесь адептов, блядь. Ой, блядь. Пятна крови на полу как-то намекают. Что нахуй я сюда пришел? Но если здесь только он... Капюшон чародея, мантия чародея, перчатки чародея, штаны чародея. То есть я раздел труп чего-то чародея только что. А это что? А ты кто был? О, кольцо мудреца. Ну это тоже, блядь, на магию по-любому. Что-то я в последнее время все только на магию и нахожу. Я не знаю почему. Ну или на магию, либо такой дрын, блядь, с щитом, что... Что мне его и не напялить. Так, ну здесь, видимо, придется сейчас телепорт поюзать. Бля, причем я здесь бегал, даже когда ПВП начался. И то не видел, что тут какие-то проходы. Нахер его бэкстабить, если он так убивается. Так, а тут-то мне куда? Ну, кучка каких-то, короче, дурачков. О, что это было? А это мое проклятие возросло, наверное. Опустошение 80, смотрите. Что с главным героем? Не знаю, где его снять окончательно, это опустошение. Знаю только, что можно купить метку. О, нихуя себе. Удачно. Щит-сокол. Ну, это старая добрая хуйня. Никогда с ним не играл. Вторая часть игры... Падает, лежит там, где двойник
часа, гибкого часового ходит. Физика говно, все говно. Защиты вообще нет, это декор. Золотой сокол в древности был эмблемой банды наемников по сей день. Да, золотой сокол банды наемников, блять. Щит нахуй золотой у наемников, у нищих. И по сей день многие представители этой профессии считают сокола символом удачи. Навык парирования. Ну, пиздец. На продажу, короче. Сколько там за золотишко-то дают? Наверное, много. Так, надо в храм валить отсюда. Я не знаю, как... Я опять не знаю, как отсюда выйти. И мне надо, блядь, снять опустошение. Я не знаю, накладывает ли оно какие-то дебафы. Но на всякий случай я его буду время от времени, наверное, снимать все-таки. Ну его нахер. Хопчики. Такие сальтухи с... Так, она не ушла? Нет. А чё труп до сих пор не унесли, блядь? Ждёте, когда он пахнуть начнёт? Ещё вот это хочу. Значит так, сейчас посмотрим. Правильно я понимаю, что это говно снимает опустошение? Снимает накопленное проклятие, лечит опустошение. Вот так вот. Опустошение пропало с меня, но на время, как я понимаю. Возможно, когда я умираю, оно накапливается, или хуй его знает, может, по времени. Я так и не понял, за что его дают. Мне кажется, что щит сокола должен был давать дополнительные души, потому что носить его — это настоящее испытание. Для очка. 250 он всего стоит. Да. Ладно, пусть пока для красоты валяется. Жрать не просит, и ладно. Сколько мне надо на новый левел, мадам? Наверное, 1020 уже, да? О, чуть-чуть не хватает, блядь, так знал, надо было щит продать. Да, залепи ты. Так, где эти? Вот они. Давай, давай, давай. Буду качать, начинать силу, чтобы... Силушку богатырскую, чтобы меч взять нормальный, дрын побольше. Не буду же я всю игру с этой зубочисткой бегать, правильно? Вот это обломно, что скейлы, конечно, пропадают. Хоть какие-нибудь бы оставили. Знаток кристальных чар, так и называется. А, не-не-не-не-не-не-не, отойди, отойди, блядь. Ну ладно. Хотел посмотреть, что за его душу дают. Вдруг какое-нибудь кольцо нормальное. Да, кольцо. Хуйцо там за него дают, наверное. За его душу дают в лицо. Ага. Опять в какой-то замок, да, идем? Ух ты, блядь, что это такое там прошло? Там либо кто-то в экстравагантной шляпе, либо... Что это такое? А-а-а! У него просто клетка теперь. Мерцающий титанит. За что? Такой подарок. Главное, тот продолжил от меня уходить, а этот... Блять, да вы забавные. Призабавные ребята. А это что он там делает? Ящерка. Спасибо, что показал, чувак. Там бы, возможно, бы и не увидел. Но здесь идут те же мобы, что уже были. Да, принцесса. Вот это что ли? Принцесса, сожравшая мешок горошин. Кстати, после лечения опустошения, по-моему, моя полоска жизни выросла заметно. Видимо, опустошение съедает полосу жизни. Шлем глашатая, доспех глашатая, перчатки глашатая. Да, брони нарисовали, а нет души. Ну, вес поменьше, брони, естественно, тоже поменьше. Так, ну, безымянного рыцаря это понятно, это обычный рыцарский сет. Доспех глашатая весит больше, блядь. А, весит меньше. Как хоть выглядит-то, дайте посмотрю. Ну, такой, в белом плаще, короче. Лыцарь. Так, может, мне перчатки пора поменять на что-нибудь? Да, 5.0, ёб твою мать. Перчатки глашатая говно, что ли? Глашатая — это кто? Кто-то из клириков, наверное, да, судя по... О, это не платье. Не платье или глашатая?
5,6 вес вместо 4,3. 5,3. В белых брючках, не? Не. Видать, не судьба. Что-то очень много пятен крови здесь. Учитывая, что стоит тут одна бабча, это и все, больше ничего. Ну, 350 душ за него давали, без этого щита, с щитом 384, но при длительном фарме, в общем-то, щит даст заметную прибавку, но не стоит ждать, что просто на 2 все умножится. Осторожно, дружба. Какая нахуй? Бензопила, что ли? Костер. Блять, 2 шага прошел, 3 моба убил, костер. Я балдею без баяна, ёпте. Что это такое у нас? Понаписали. Сильный враг, помочь. Оу. Что это такое? Какой-то черный рыцарь. Лыцарь. А ты не охуел, лыцарь? Это он, что ли, сильный враг? Говно какое-то, блядь. Пепел паладина, нихуя себе. Че, его из его... Не как броня паладина сейчас в продаже появится. Никогда в Dark Souls я не слышал упоминания слова паладин, блядь. Вообще ни одной. Ни меча паладина, ни щита паладина, ничего связанного с паладинами я в игре вообще никогда не слышал. Ой, это что, конопля, что ли, растет, смотрите? Дикая, не, лопухи какие-то. Но попробовать стоит. Так, разбойник. Здесь, я так понимаю, лес полный небесей. Тогда это даже посложнее, чем могилка. Хуяся, а чё ж в ПВП... Чё ж в ПВП главный герой не прыгает так, блядь, в полете за врагами, нахуй, я не понимаю. Ничего себе, он в полете так прицелился. Ну, паучий щит, это вообще говна кусок, по-моему. Это то, что, блядь, в начале игры обычно давали, вроде как. Разбойнику. Ох ты, блядь. Я даже немножко успел. Опа, еще один там, рядом с дикой коноплей. Суки рваные, идите в жопу. Тут такая петляющая дорога, туда идешь, что ли? Сука, тварь. Ну вы заебанцы, вы вообще охуели, что ли, не понял? Не останавливайся, конечно, становишься. Даже собаки в стрелах бегают, истыканные. Видимо, лучники ведут крайне беспорядочную стрельбу. Это напоминает мне лес из Bloodborne, там тоже собаки, блядь, и чуваки, только там они с ружьями стояли. Тут им арбалеты выдали, а так все то же самое. Ваншотится. Странно. Тут опять немножечко помер в неравной схватке, видимо. Прорашив направление как следует. Впереди враг, и тогда выманить. Кого? Вот этого, что ли? Он, бля, еле ходит, враг этот. Охуенно, ничего себе. Стрела так, прям как в армате, блядь, пролетела. На вылет. Храм глубин. О! В храме глубин скрывается владыка глубин, блядь. Великий босс. Милостыньку просишь? На, подам, так и быть. Так, а чё так? О, еще смотрите. Стелла. Мужики, дайте пройду. Ну, по-братски. Пизду вашу пасту, придурки. Они на осколок Эстуса молились, походу, здесь сидели. Говорят, нифига, какая штука из космоса.
Так, куда же эта срезанька ведет, не знаю даже. Подождите, в храме глубин наверняка на входе должен быть костер. Даже новая большая локация. Наверняка вот за этой дверью костер. Впереди перекат. Какой нахуй перекат? Вот он. Да, перекат. Шипастый кнут. Ну, теперь обычный кнут можно продавать. Я просто жду, когда еще очередной босс в одних трусах выйдет, чтобы я его кнутом отстегал. Так, две двери в храме, да? Хочу заметить, как я отлично умею считать до двух. О, вот и меч двуручный уже у кого-то. Так, ну, храм обследовать это, естественно, пойду чуть-чуть позже. Пока и здесь делов хватает. Очень хочется посмотреть, куда все это ведет. Ну, тут на кладбище. Как странно, у них склепы отдельно, кладбище раздельно. Ну, естественно, и бомжи повылезали. Все-таки у ходячих мертвецов рейтинг есть. Может, это игре рейтинг подымет. Хотя я этих ходячих мертвецов смотрю уже только перемотками. И то иногда. Посмотрел, чем сезон закончился. Ага, блядь. Очень круто. Ждем следующий. Типа с нетерпением, с хуеном. Смотрите, они встают. Вот это фарм. Только за них дают, правда, какие-то копейки. По 20. По 20 за них дают. Щит дает бонус. Это 24 получается. Так что... Пиздец. Они тут мешаются. Они тут для атмосферы, я так понимаю. Так, я повернул налево. Еще налево. Лут. Даже из кладбища лабиринты какие-то сделали. Асторский двуручный меч. Ну, это говно. Ну, как? Такой, типа, аналог. Что-то типа Цвайхандера, но не настолько крутой, как обычный великий двуручный меч. Чуть себе. Вот такое ощущение, что во что-то пытался превратиться и не успел немножко. Можно прыгнуть. Да, накрутили, навязали тут локацию. Просто пиздец по-страшному. Ничего не понятно, куда идешь, куда, кому идешь. Там наверх, мне кажется, подъем был сзади, нет? Зачем дали вниз спрыгнуть, непонятно. Вот она, да, развилочка, а вот дорожка наверх пошла. Охрененно, конечно, их бомжи тут вырубать. Двуручный меч палача. О, ничего себе, даже ударили. Дважды. Нихуя себе. А что это из них повлезало? Какие уродливые зомби. А за этих душ уже сколько дают? Все равно 24. Тогда нахуй с ними драться, непонятно. Меч палача почему-то хранился на кладбище. Блять, на кладбище. Пиздец, зомби, которые блюют. И кровотечение накладывают. Причем кровотечение до сих пор растет. Непонятно. Но это как безумие, блять. Бладборни тоже растет. Сейчас как ебанет, наверное. Безумие сильнее бомбило. Так, мне показалось, что здесь вход в пещеру, но на самом деле ничего тут такого нет. Сука, драная, бля.
как быстро из них повылезали эти херовины теперь. Опять лучник сюда шмаляет. Сука, а почему кровотечение? Копится. А, не наблевывают на тебя. Пиздец. Черви тебя и грызут. Поэтому ты кровоточишь. Необъяснимо, но факт. Да, и комок красного мха падает здесь же, но уже с других немножко челиков. Я чувствую себя этой, Данай Гурирой, блядь, у которой этот, как его, самурайский меч в сериале. Тебе? Давай, стреляй, лучник. Блять, хуючник, лучник, на него понадеешься, блять. Угадаешь. Горящий осколок здесь. Ничего себе. Это я вообще удачно зашел. Ну, можно уже вернуться в храм огня, в принципе, у меня и кусок фляги есть. Стрелы уже такие ржавые, старые. Блять, где он столько стрел взял, интересно? Бля, пиздец вас. Блять, что-то внизу там есть, по-любому. Хуя тут пришел. Пиздец. Ну, благо, что по мне бомж обычный попал. А не этот глистоносец, сука. Так, что еще здесь? Еще один проход. Короткий путь куда? Обратно, видимо. Обобрать труп. Щит стойкости к проклятиям. Нихуя себе. Но это щит, он по форме напоминает мне щит преследователя, который за души раньше делался. С двумя вот этими... Ёб твою мать. С двумя вот этими выемками, в которые, типа, ну, копье, наверное, надо ложить. Это щит такой копьеносца, мне кажется. Так, что-то моя эмблемка пылает, я смотрю. Проклятие, наверное, опустошение уже растет. Нет, я же еще не сдох ни разу. С чего бы ему расти? Так, а вот какая-то дверь. Впереди костер. Опять? Перешел через кладбище ваншотящихся бомжей. Нашел костер. Я знаю, что ты спишь. Не могу не подумать о том, что здесь статуи похожи на горгулей. Здесь проход вниз куда-то. Так, хорошо. Мне тут где-то костер обещали, нет? Это что, я, блядь, такие двери должен открыть? Нет, не открыть, конечно же. У меня сила, как у муравья, должна быть, потому что я настолько мелкий по сравнению с этой дверью. Ржавая монета, ну. Ржавая монета — это огонь. Надо, кстати, поставить вход бар, чтобы когда я черного рыцаря увижу, или какого-нибудь. Да, в принципе, тут и так вещи очень хорошо падают со всяких необычных мобов. Я только один раз черного рыцаря ничего не получил, когда его наполовину отбуцкал, блядь, охотник на рыцарей. Клин. Здесь вбит клин. Или кол. Это похоже на Коля из DLC-шки про дымного рыцаря, который надо было втыкать. Ими кто-то стреляет здесь. Мне кажется. У кого-то здесь коломет, походу. Коломет. Ну, что это ты делаешь?
такое интересное. Никак хотел, наверное, в огненного демона превратиться. Большая душа. О, опять эти орликины, блядь. Сука, с клеймором прибежал, ты повтори. Ой-ой-ой-ой-ой, блядь. Бомжи бомжами, а урон от болтов арбалетных у них нормальный, блядь. Вот сука, блядь, рваная. Так, тяжелый болт. Это не колья, ой, самострел. Так, тут можно опять наверх, я так понимаю. Нет, можно вниз уебаться. С высоты, но сзади это как-то можно было спуститься на площадку, где... Вот на ту. А, это здесь проход. Хорошо, понятно. Что ничего не... О! Ха! А чья это копытца тут свисает? Ну кто у нас тут маленький наёбщик? Ах ты, пидорас, вас тут двое, что ли? Чё вы тут делали вдвоем? Гомосеки. Хоть для приманки бы что-нибудь бросили такое нормальное, нахуй. Пилюли из красных жуков, бля. Так, тут опять. Бля. Консерат. Кто-то это уебенил. Сладко прям. По горбу. Да-да-да. Штаны проповедника. Я выбил с нее ее панталоны. Хуяси. Я в них, наверное, завернуться смогу и спать лечь. 4,6 веса, смотрите-ка, блядь. Даже тяжелее, чем... Жесть. А по броне хуже. Жесть. Самые бесполезные штаны, наверное, в этой игре. Так. Какие цепи. Ага. Вон внизу какая-то хуйня. Из кишок. Ползи отсюда, членистоногая. Так, все, больше тут ничего нет. Хорошо. А куда идти тогда? Я что-то тут... Прохода-то дальше-то и не видел, в общем-то. А, вот он. Что-то пятен крови как-то много. Многовато как-то вот именно в этом месте их. Это не как вот этот белый с топором их всех порешал здесь, нет? Что-то он не выглядит таким уж опасным. Да, это обычный. Вот, блядь! Ты не охуел? И тупик. А знаете, чем эти тролли отличаются от предыдущих? Они больше по размеру. Понятно, как тут все подохли. Хуя не спамят. Ну, конечно, его удары, блядь, как проходят. А чё ты без папки-то прибежал? Или мне показалось, что они какие-то другие? Дохнут-то они вообще знатно с одного удара. Выскочили, блядь, а? Ты посмотри. Ну, алебарда, блядь, это вообще. Кому он нужна? Тут так много разных пушек, алебарда среди них вообще не хит, мне кажется. Один проспал атаку, один выпрыгнул. Кто? Что? Еще?
Куда, блядь, они свалятся-то? Там потолок же. Вообще непонятно. Откуда их там столько народилось? Странно, что опять в игре нету тёлок никаких поубивать. Почему мой герой дымится? И не может пить эстус. Что это за магия такая? А, и тут ничего нет. А это что тогда? А как оттуда выйти? Потом. Не знаю, но... Да. Интересная, интересная, конечно, здесь логистика, блядь. Подождите, а в этой камере тут как со стеклянными стенами? Никак их здесь нет, по ходу пьесы. Меч начал ломаться, смотрите-ка, ничего себе. Блин, ты им еще об стены побей, не такой будет. Просто, блядь, какая. Что это такое? На некромант, похоже, с кем я дрался в первой серии. Но по виду это чисто кормилица Мирго, конечно. Двойная. Я смотрю, тут много у кого, блядь, оружие с кровотечением, не так ли? Так, и что это такое у нас? Похоже на лифт какой-то, но... Кнопки нет. Не, это... Пепел. Здесь что, костер зажигали? Это какая-то... Нет. Зал собраний, наверное, какой-то. Вряд ли это сигнальная вышка. Ничего себе. Ебать. Придурки, блядь. Так, там писали, что костер, и писали это 20 минут назад. Где? Где костер, суки? Ой, блядь. Там вообще, смотри, сколько их. Откуда он взялся-то? Почему-то их в таргет не захватить. Пидорас, блядь. Блин, столько-то здесь. Блядь, ну неужели у меча скорости атаки не хватает? Ёб твою мать. Не верю. Там ему один удар оставался, нет, он успел, блядь, секирой взмахнуть и ёбнуть между моими ударами, блядь, пиздец. Так не бывает, почему-то, когда меня спамят, у меня так никогда не получается сделать. Даже кинжальчик там всунуть некогда, а он тут, блядь, секирой маханул. Что-то из этого, ну это вряд ли. Мистер Подозрительность, да? Бля, пора костру появиться, потому что у меня уже фляжки-то заканчиваются. Какая люстра! Какие канделябры! Мать.
Матерь божья. Ты-то хули тут делаешь? Да. Его, конечно, можно, наверное, стрелами отсюда забить, но, может быть, это друг. Да схуяли. Когда это нахер? Когда это я в какой-то части вообще с гигантами дружить нужно было? Охуели вообще. Вот то, что они вылили, это ломает снаряжение. Блять, до минусо-минуса ебаные поперли. Лови кинжал, нахуй. Я так нащелкал себе аптечку в ход-бар, как будто, блять, она у меня есть. Блять, как псы вареные эти уроды. Это лифт. Хорошо. И он отвезет меня к гиганту, да, который мне мамку делал. Бабку делал, блять. Это пиздец полный. Вы чё? Какого хуя ты сел? Кто тебе, блядь, сесть разрешил? У него здоровье-то есть, хоть полоска-то? Но он даже среди гигантов какой-то, блядь, гигантский. Ладно, пойдем посмотрим, куда лифт возит. В колодец какой-то сейчас уходит меня нахер. Ага. О! Срезаловка, походу, какая-то, нет? Не понял я что-то, куда это я попал. А, понятно. Это боковой вход, наверное, в храмик в этот. Вот он, да. Ну, тогда нормально. Тогда годится. А вторая дверь куда, интересно, ведет? Блять, гигант вообще, вообще прикольный. Так, пойду-ка я фляжки прокачаю. Так, ну раз уж пришел, давайте глянем тогда, что за новые души дает директор транспозиционных печей. Он же Лудлет. Лудлет. Интересно, если бы мы дрались, каким бы боссом был Лудлет, что он может, что он умеет? Так, ну, блядь, заклинание, я так и думал. Град осколков. Это что? Черный змей, пиромантия. По земле стелится волнистое темное пламя. Рапира знатока кристальных чар. Оказывается, что у него была рапира. Видимо, это была его волшебная палочка. Смотрите, дамаг магии. 82 с плюсом. Дамаг от магии даже превышает дамаг физический у этой хренотени. Но все остальное мы видели. Все остальное без перемен. Меч убийцы нежити, который 18 ловкости требует с говенными скейлами. Кто такой волчий рыцарь и когда я успел его убить, я вообще не понимаю. Еще 10 тысяч душ надо. Будто души босса мало. Ну, такие мечи, конечно, блять, я не смотрю. У этого 130-52, у этого 126-50. Мало чем они друг от друга отличаются. Они соревнуются только в требованиях, по-моему. Ну, честно сказать, я никогда не считал пушки из души босса какими-то хорошими или доминирующими. Абсолютно обычная херня, по-моему. Можно, ну то есть с тем же успехом можно взять великий двуручный меч, просто зачаровать его, и будет такая же прекрасная пушка. Так, передать пепел. Пепел паладина. Сейчас она по ноздре его спустит и посмотрим, что. Она ничего не сказала, странно.
Она только пепел какого-то дурака откомментировала и то спросила, скажи мне, где ты его нашел, можно было ничего не говорить. Так, ну давай поглядим. Ну, от паладина что тут может быть? Щит от паладина, что ли? Кожаный щит. Алая парма. Я так понимаю, что у нее только броня. Раньше броня у нее после убийства босса появлялась, теперь кольцо щита Ллойда. А, ну видел я это. Большая шляпа мудреца. Изгнанника, изгнанника. Честно говоря, я что-то ничего тут не вижу со словом паладин. Что тут? Что тут паладинского, простите, я что-то нихуя не понял. Или пепел. Пепел не отражает как бы суть предметов, которые появятся на продажу. Топор полумесяц, вот что появилось. Ну, топор полумесяц, типичное оружие паладинов, вообще базара нет. Да. Очень странная политика. 10 эстусов. 10 эстусов на плюс 3. Ну что ж, с этим уже можно жить. Это уже вам храм глубин. Часовня очищения называется эта часовня. Ну да, в данный момент там очищается один гигант. Чистит перья. Интересно, как его завалить? Для этого ему надо бить по сарделькам или надо просто выйти во вторую дверь и зайти к нему снизу и дать ему по орешкам? А с этой стороны, в общем-то, и не открыть. Поэтому выбор очевиден. Спасибо за это. Честно говоря, эти все развилки, они немножко начинают утомлять, когда ты перестаешь уже ориентироваться на местности. Что, неужели здесь ничего нет? А, это не тупичок. Я понял, почему не нужно чинить меч у кузнеца, потому что меч чинится сам каждый раз, когда ты к костру присаживаешься. Так, а если я укачу отсюда лифт, что там внизу под ним? Ну, не под каждым лифтом скрывается какой-то секрет. Кстати, а почему я не потратил души на уровень? Кто мне скажет? Пронзительный вопль этого камешка как бы намекает, что лучше туда не хаживать. Так, ну что, придется сражаться. Сражаться с гигантом. Щит-то такой поцарапанный, покоцанный, такими глубокими прорезами. А это что такое? А вот, видимо, и спуск вниз как раз. Блять, силовая атака, ей вообще ничего не сбивает. Что неправильно, потому что всем остальным силовая атака сбивает. Касты. Глубинный самоцвет, ну. Не знаю, зачем в этой игре наваливать такое количество этих самоцветов. Учитывая, что... Ну, если, видимо, будут какие-то фанаты, которые каждую вторую пушку закаливают, тогда да. Так, это что за... сгусток, блядь, эктоплазма. Ну, ёб твою мать. Так, а где... А где гигант-то? Гигантор! Раз одного, раз торбева. И я тут разве шел? Видимо, шел. Подожди, я вот зашел, увидел здесь гиганта, в которого наверняка можно кинуть бомбой. Хуй там, блядь, да, конечно. Перебросить бомбу через перила, это вам, я скажу, надо иметь, да, недюжинные, блядь, физические данные. Так, а как же мне... Как я на балкон-то выходил, где он ручкой махал своей? О.
Мантия, это заебись. Вот оно, это место. Я думаю, что есть... Ой-ой-ой-ой. И да раз, ну как попал-то? Слышь, ты хоть дай, блядь, отличиться-то. Ебать, копать, ну нахуй надо, ёбаный в рот, как драться-то с ним? От таких замахов матросских хуй, когда увернешься, блядь, педрила. Надо на туре, видимо, дальше пробегать, и там будет какой-нибудь, какая-нибудь точка G, какое-то секретное место, где с ним можно драться нормально. Потому что, ну... Так, вот я помер, опустошение 5. Да, копится опустошение. Раньше просто кусок жизни забирали, теперь опустошение копишь. И у тебя жизни становится, ну, где-то на сантиметрик, наверное, короче. Потому что вот сейчас такое чувство, что у меня явно полоска жизни уменьшилась. Идти искать в эту канализацию, блядь, этот алтарь, ну, это вообще нахуй такое уныние. Я понимаю, что у них идеи хороши и интересны, но, как бы... Совсем-то уж не надо такие вещи прятать где-то в ебенях. Пошел в жопу, дурак, водка. Балалайк, блядь. Кольцо какого-то, блядь, Ллойда опять. На нахуй. Видимо, здесь... Как раз таки и надо с ним драться. Все равно задел же, блядь, а. Сука, выкидыш летучей обезьяны, блядь. Пиздец. Пошел ты нахуй. Ну вот и прошли. Так, что за кольцо? Увеличит атаку при полном здоровье, блядь, говно полное. У меня полное здоровье, его и оно полным-то, блядь, и не бывает никогда. Опа-на. Впереди монстр. Ну, это видно, потому что у него цепочка идет вперед. А что у нас тут? Еще какой-то проход. Отлично вообще. Царство, царство проходов. Распознать мимика — это полбеды еще. Надо с ним, блядь, подраться. А он с демону не очень-то проигрывал по дамагу. Да, ебись ты со своими фолиантами. Кому они, блядь, обосрались. Там какой-то стук, как будто здесь кузнец сидит. Опять чупакабры эти мелкие, блядь, скочат. Как будто этот рыцарь с ведром на голове сам не справится. Ну, я помню этих уёбков в первой части, они были жирными там. Намалафьил свою, блядь, свой дрынец. И чё? Дверь такую притащил, смотрите, блядь, щит. Все, азяб. Это был обычный моб, даже не мини-босс. Есть альтернатива слову мини-босс? Макромоб. Так, а это... Подождите, я вот в эту дверь пришел. А это что? Ага. Это классное ничего. Ну ладно, хорош. Да, блядь, вообще. Даже ногу не задрать, ленивый хрен. Может быть, это ловушка? Ебать, колотит! Уголечек. Такие мобы уже не очень-то боссом проигрывают по размерам.
Что-то я не знаю. Я его запарировал как будто ударом, что ли. Сапфир Олдрика. Олдрик, что-то было такое, Олдрик. Какой-то из частей. Так это. Восстанавливает ОК при критических ударах. Что такое ОК? Очки. К... При критических ударах. Уродливое кольцо, оставшееся от Олдрика, святого покровителя глубин, восстанавливает окей при критических ударах. Олдрик печально известен своей любовью к свежей плоти, очевидно, хотел разделить с другими упоения, которые испытывал, слушая вопли умирающих жертв. ОК, это, бля, мана, вон она. Это синяя, вообще хуйня, значит, полное, не кольцо. Так, ну что? Неужели никто не написал, что здесь где-то стена стеклянная? Странно, смотрите, потолка нет, просто черная текстура. Да я не верю, что это ссаная комната, только ради одного Олдрика, блядь. Так, как тут оставить сообщение-то? Вот. Блять. Во, сонный бред. Я думаю, самое оно. Так, что? Где-то еще здесь был проход. Вот он. Ну, это понятно. Это к гиганту к этому и вышел. Это яд. Теперь это яд желтый. Опять топор раба. А вот это... По-моему, вот это ломает снаряжение должно, нет? Нет, это просто жижа какая-то. В которой гигант... А, не дает кувыркаться здесь. Отлично вообще. А здесь чистая вода. То есть, драться с ним здесь... Невозможно. О, опять этот. Со своей свитой, блядь, лепреконов. Натравить их, что ли, на гиганта? А что, так и надо убивать? Опять чужими руками, как обычно. Типа кстав, блядь. Видимо, у него антибэкстабная броня. Но это, блядь, тевтонец какой-то чисто. Правда, щит у него какой-то странный. Осколок титанита. Да вы ёбнулись. После смерти у него из рук исчезает и оружие, и щит. Не понимаю, зачем это сделано. Чтобы объяснить, типа, почему герой просто не подбирает. Почему он должен именно лутать. А потому что вот не падает. Видимо, рыцарь забирает с собой свое оружие в Вальгалу. Так, а здесь что у нас? Проход. Чё, как-то есть какая-нибудь затычка? Вытащи, чтобы жижа стекла. Бля, где-то я это видел. Нет, я тут не был. А-а-а. Тентакливый монстр сдох. Большая душа покинутых останков. Я наверх-то отсюда смогу. Кольцо ядовитого укуса. Сопротивляемость отравлению. Мне кажется, что здесь вот именно травят больше, чем... Что происходит-то? Эй! Игруля. Тут у меня пропало управление, пока я мышкой не шевельнул. Не знаю, что это такое. Но надеюсь, что больше так оно делать не будет. Потому что если в драке с каким-нибудь боссом это случится, мне придется уничтожить этот геймпад просто нахрен. Хорошая маскировка, но нет. В
все меньше и меньше дамага по этим ящерицам проходит. Видимо, они разные сидят. В начале игры все-таки изи ящерка была, а вот это уже какая-то ящерица-патриарх прям. Какой-то титанит с них падает, блядь, непонятно, что им точить даже. Что есть, сука? Мерцалочка. Так, ну опять тут хреново, целый двор, блядь, с развилками. Осколок титанита, это мощь, блядь. М-да. Так, как наверх-то подняться? Как хочешь. Вариантов масса. Так, что это такое? Такое чувство, что я там был. О. Надо было, наверное, все-таки как-то искать, расправиться с этим огромным. Кровотечение, хуй. Что это такое? Здесь вообще ничего нет. Че это за сарай, блядь? Зачем нужна эта комната? Сука, снял кольцо на кровотечение, и тут же начались эти блядские мобы. А, они еще одним ударом кровотечение вешают. Это вообще пиздец. В чем тогда смысл кровотечения, я просто не понимаю. Кольца защиты. Если ты так или иначе будешь... Чтобы успеть заюзать прокладку, что ли? Даже туда можно запрыгнуть. И там ни хера нету, что самое прикольное. Они, судя по подсказке... Блять, да, бросил так бросил, ебанат, нахуй. У меня меч огненный, нахуй мне бомбы в них бросать. Так, давай убьем второго по-быстрому, потом уже. Лоза какая-то, чё это, блядь? Ну что, еще есть? Нет. Еще один ящерка, это посмотри-ка. Блять, осколки титанита, которые падают здесь, это надругательство какое-то. У меня этих осколков уже было 60, когда я, блядь, точил секиру на тьму. Сейчас у меня их уже, наверное, за сотню перевалило. Ну, это круг почета, короче, дайте здесь по двору, и больше тут нет ничего. Давайте в окно тогда запрыгну, посмотрю, что там есть. Думаю, что ничего интереснее с битвы с гигантом тут сейчас нет. Да. Что это такое? Оу. Красные это воинственные, насколько я помню. Особенно они любят оставлять свою хуйню у костра, что ты, типа, садишься к костру, а на самом деле ты ввязываешься в поединок с неравными силами. Так, ну чё, блядь, будем делать с этой падалью, а? Я думаю, что где-то должно быть кольцо, которое дает возможность ходить и бегать быстро по воде. Именно этим кольцом. И убивается этот уёбок. Я не менял ничего в своем блядском снаряжении. Чтобы, блин, у меня пропал... А, я лук поставил. Сука, лук вес 6,5. А тут 4,0. Ну, это печаль. Но мне лук-то не ради дамага, в общем-то, и нужен.
Блять, дамаг тут приличный, блять. Я помню, этот лук на тьму зачаровывал. Я понял, как убивать этого гиганта. Сейчас я покажу, что... Покажу этот нано-способ. Сейчас он сядет. Он же не лечится. Вот он садится, смотрите. Когда он выбегает, он ложит руку сюда, когда он вылезает, смотрите. Вот сюда. Нет? Только один раз? Блять, тогда я не понял, как его убивать. По колбаскам, да. Блять, долгий поединок. Просто назад кувыркаешься и все, блядь. Он же, сука, одноклеточный, как мои тиммейты, блядь. Сплэшанул, ладно, достал, давай. Вот левой рукой у него убойная атака. Охуел ты, что ли, совсем уже? Кажется, ли там замах какой-то мне почудился. Ебануться. Гиганты гнутся. Он что, меня воздухом бьет, что ли? У него-то есть какие-нибудь слабые места или что? Мне бы копье, что ли, метнуть. Пиздец мне. Блять. Ну и уебанство нахуй, конечно, блять, конченое дело. Блять, ничего не хочу сказать, но это. Я, блять, эта игра просто нарывается на то, чтобы этого пидораса расстреливали нахуй из лука, из сейф-зоны, просто, блять. Потому что нахуй этот бой настолько уебанский, блять, что нахуй вообще пиздец. Но это опять расчет на то, что вы придете сюда, блядь, с огромным-огромным дреном, блядь, будете выходить, давать ему одну плюху по руке, снимать ему этим ударом, блядь, половину здоровья, нахуй. Мне кажется, что, блядь, что-то примерно об этом мечтал разработчик, когда делал, блядь, это говно в игру, нахуй. Это интересно, это красиво, но это, блядь, пиздец, какая тупая хуйня. Меня заебали эти моменты, когда, блядь, иди, попозже вернешься. Да мне делать нехуй больше. Если можно просто его стоять вот. Да ебаный ты в рот. Сейчас он нахуй. Эту постройку он снесет, блядь. И все, и пиздец. Вот, все. 89. Просто стоишь, блядь, разработчик нахуй живет в каком-то, блядь. В своих фантазиях, наверное, ему похую, блядь, что будут просто стоять и выебывать нахуй этого титана, блядь, из лука, потому что драться с ним почти что нереально. Нереально геморройное говно. Ой, блядь. Опять кувырок меня покинул, хотя я одел, блядь, шляпу, которая была намного легче, чем предыдущая. Ну вы что, у меня ж типа лук не въебаться. Лук, который весит тонну, наверное, блядь, судя по всему. 47 вес, почему нет кувырка, хуй поймешь. Видимо, с этим луком просто нельзя кувыркаться, типа. Я хоть добросил, интересно. Сомневаюсь, блядь. Как он так резко встал? Ибо нехуй, да? А, вот он здесь не достает. Так и я его, блядь, не достаю в ответ.
О, ёбаный в рот, блядь. Пошел ты нахуй, короче, пизду заебаниться. Если я к нему спрыгну вниз, да, и пизды, и сразу сдохнешь, блядь. Все, что будет. Понятно, короче, нет, нахуй. Так его, блядь, не убить. Надо спускать воду или либо искать кольцо. Кольцо, которое дает возможность... Ржавое кольцо, если я правильно помню, дает возможность ходить по воде. Ну, блядь, воздухом, пиздец. Я все понимаю, но пробежать-то можно, наверное, ёпты дать. Может, ему, блядь, люстру на башку можно скинуть, нахуй. Падай, нахуй. Ах, блядь. Так, а это что за хуйня? Ну, тут я не был. Еще и лесенка куда-то. И там тоже. И говно какое-то на потолке сидит. Это, видимо, на совсем на верхний этаж. Сейчас, наверное, будет просто эпичный прыжок ему на башку отсюда, который его ваншотит нахуй. А, вот что это за стук. На посохом своим стучит. Конечно, нельзя просто взять и не задевать стены. Долгоиграющий моб, слушайте, они его пихают, блядь, до конца игры, наверное, его встречать буду повсюду. О, 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 понятно. Хуяк в башку. Он даже не реагирует. А это что такое? Странно. Очень странно это все. Он охраняет дверь или что? Я вот не понимаю. Или он прикован там? Блять! Ерот ебал. Заебало. Нахуй делать такие лестницы по километру в высоту? Ёпта. Кому интересно по ней лазить-то 2 часа? Мне просто лень нахуй лук доставать. О боже мой. Что было написано? Найти указания. Да не важно, это очередная говномагия. А ты что, вниз не улетел, что ли? Так, а вниз-то как спуститься? О, статуя этим торговцам, смотрите, у них на горбах чего. Сдувается, оказывается. Что они, видимо, и прикрывают своими панцирями. Я, блядь, хоть туда иду-то? Как мне выйти к гиганту? Ой, иди ты нахуй, а. Не, мне кажется, мне не сюда. Я резко это понял. Блять. Ну заебали эти лабиринты в натуре уже. Хуй поймешь, чё, блядь, куда идти? Вот оно. Великое болото печали. А вон трон. А вон оно, дерево. Да ты нахуй чё, блядь? Совсем ёбу дал, что ли?
Да, и он сидит, блядь, прям на лестнице. Ха-ха-ха. Сука. Слушай, сука, слушай сюда. А. И опять он в болоте, блядь, сидит. Срет, потому что под себя, блядь, наверное. Я не знаю, почему там вода, блядь, кристально чистая, а здесь, блядь, насрано так сильно. Да, блядь, тяжело нахуй. Так чё, он не может не подойти, блядь? Нихуя не может. Но убивать его надо очень долго, получается. А он, наверное, еще и ваншотит, блядь. Еще и со сплэшиком, блядь. Это что за говно? Кишка какая-то, блядь. Прилетела нахуй. Опять два этих рыцаря ебаных. Один спит, один нет. Может, рыцари к нему привести, а? Пусть они ему пизды насуют. Если смогут. Они, скорее всего, не смогут, потому что это обычные хуи. Просто с двуручником. Ну, давай сначала. Сначала страшного. Прям в глазницу ему, что ли, всадил. Ёб твою мать. Блять, да где бэкстап-то заебал? Конец. А меч? Такой вопрос наглый, ебать. А меч где? Жалкое зрелище. Огненные бомбы. Может, это намек на то, что надо этого урода бомбами закидать? Кто-то тут подох, мне опять не показывают, каким образом. Так, что за алтарь? Епископы? Хо-хо, дымная дверь, блядь. Интересно, а костер поближе, не? Слабо? Или я должен через гигантов каждый раз бегать? Блять, тут. Блять, это что, это Газманов, что ли? Почему он кувырками двигается? Так, так, лифт. Ну-ка, давай меня к срезочке. Там еще вторая дверь к костру вела, к моему. Что это такое? Где это?
Ха, это короткий путь. Куда? Отношение 10. А где костер? Понимаю, что это, блядь, короткий путь. Не понимаю, в чем его коротизна, блядь. Я тут 2 часа в прошлый раз по этому кладбищу бегал, блядь. И тут я был. Хуй знает, что за короткий путь такой дебильный. Лучше бы костер поставили, раз уж там босс. А босс, я думаю, там далеко не слабый. Это должен быть владыка глубин. Один из тех, чья жопа должна сидеть на троне. Ну давай же, ржавое кольцо, камон. Пиздец. Дуэльный талисман, сука твою мать. На, короткий путь. Это самый, блядь, отстойный короткий путь из всех, что я видел. С кем он тут бился, я не понимаю. Ну тут на дороге еще, по дороге к боссу еще рыцари, блядь, стоят, которых надо убивать. Это жесть. Очень далеко к боссу бегать. Мантия, блядь, может мне в мантию одеться и меня трогать не будут? Шандец вообще. Так, а... Может как-то сюда можно гиганта приманить и с ним здесь подраться? Очень похоже на то, что он должен сюда подойти. Под мышку сейчас его защекочу, ёпта. Бестолковый. Бэм. Похую ему все, короче, понятно. Так, а в этом проходе я был? Что это такое? Это лифт. Да, ну что, придется так. Придется бить. Чем есть. Что тут понаписано? Уязвимость хвост, наверное. Может помочь свет. Будь у меня чемпион. Ство. Впереди группа врагов. Да будет удача. Пришлось зажать в клещи. Товарищ, нервы зажми в узду. Дьяконы глубин. Ебать! Нихуя! Себе вас тут, дебилов. На, ублюдки. Может, мне в натуре надо было мантию дьякона, а среди, там среди них есть жирные вот эти вот. Я не очень понимаю суть замеса. Господа, подождите секундочку. Я понимаю, что вы все горите желанием отведать сабли богатырской. Но у меня, знаете ли, свои тоже интересы имеются. Ну давай. Что-то урон-то не наносится.
что я вообще нихуя не понимаю юмора, блядь, этого босса. Ага. Почему-то сейчас отнялось. В чем, собственно, дело-то? Слышь, траурная, блядь, процессия. Что с вами делать-то надо? Я вижу. Среди них подлинный-то только один, видимо, да? И почему он светился только что? О, смотрите. Да, надо светящихся убивать. Это неважно, просто это или нет, интересно это или тупо, это просто пиздец какой-то, блин. Я что-то такого, блядь, не помню. Дарках, в Владах, чтобы просто толпу народу надо было аннигилировать. Может помочь свет. Он не имею в виду, может, ну, светящегося, что надо бить. Ну, тогда понятно, почему тут костер не дали. Нахуя он тут нужен? Босс какой-то, блядь, лохабанский. А если у вас еще и меч двуручный, вы всю эту толпу просто выкосите разом. Видимо, сложность здесь это понять, что нужно делать. Не знаю, зачем я их бью, за это даже душ-то не дают. Вот это что-то новое там я услышал. Чё это не делают? Нихуя себе. Друзья мои, а вы не охуели? Теперь, блядь, нужный в центре где-то. Блядь, как к нему подобраться-то? Сука, в такой толпе. Заебись, я вышел из-за угла, блядь, посмотреть нахуй, что в мире делается. Что-то нихуя не понимаю, как с ними драться, блядь, с этой кодлой. У меня есть, конечно, вон алебарды какие-то. Говенным дамагом. Давай попробуем. Да, охуенно. Да, блять. Надо как-то их заставить рассосаться, очень плотно ходят, блядь. Это что такое? Охуеть. Какое нахуй проклятие? А чё за... Блядь, я нихуя не понял этого босса. Какое нахуй проклятие? Чё, блядь, происходит? Хули надо, ёбаный в рот? Нихуя не понял. Чё, блядь, за хуйня? Они своей магией, походу, заполняют просто, блядь, комнату и... Спускается тьма, блядь, которая вешает проклятие. Хотя об этом, нахуй, никто не предупреждал даже, что, блядь...
Сопротивляемость проклятия у меня есть какой-нибудь? Мне кажется, что... Мне кажется, что маги какие-нибудь очень быстро уделывают этого босса в говно. Так где, блядь, срезка-то обещанная, ёбаный в рот? Короткий путь, блядь. Короткий путь через кладбище идет. Если я телепортнусь, я как попаду-то, блядь, на кладбище на ваше? Храм глубин. Ну давай посмотрим, блядь. Отсюда-то я даже хуй знает, в какую сторону бежать. Да, блядь, дьяконы. Мудьяконы, блядь. Может, в натуре алебарду? Алебарду наточить пойти. Да мне... Ой, блядь. Тут до кладбища тоже пиздовать, я скажу, нахуй. Еще 4 километра, блядь. Собаки, нахуй, посуду. Блядь, просто, нахуй, блядь, спамят. Ну и нахуй, не очень-то и хотелось. Блядь, ебанутый короткий путь, просто ебанутейший. Наихуевейший, блядь, короткий путь. В жизни такого, блядь, уебанства, нахуй, не помню ни в одной части, чтобы... Короткий путь бы, это путь, блядь, длиной в 4 блядских километра, нахуй, по кладбищам, блядь, нихуя себе срезка. Вот это подгон, блядь, вот это сделали, молодцы. То, блядь, костры, нахуй, каждые 3 шага, то мозгов не хватило костер поставить, ёбаный в рот, блядь, а. Сука, в натуре они, нахуй, забывают их, что ли, блядь, расставлять или чё? Я вот вообще понять не могу, блядь. Где, нахуй, короткий путь? Ну заебись, что дальше, блядь? Что это было? Что-то сверкает, светится там, блядь. Ой, блядь, короткий путь, нахуй, охуеть, ёбаный в рот, короткий, охуенно короткий, блядь, вообще путь кратчайший путь, пацаны, путь, блядь, короткий вообще, бля, срезал нахуй, вообще, блядь, нихуя я срезаю, ничего себе, блядь, просто чит, это читы для спидранеров, посмотрите, какой путь короткий, вообще, блядь, ебать, хуя себе, просто как на самолете лечу, ёпта. Это пизда здесь бегает. Путь укорачивает, делает путь еще короче. Охуенный короткий путь, нихуя себе. Фу, кто бы мог подумать, что да, так, что так близко все. Пиздец. Дьяконы, блядь. Точно, наверное, надо мантию надеть на себя. Да, а то они тупые, блядь, не знают, кто за них, кто не за них. Короче, надо смело ебашить эту толпу, нахуй, и в пизду идти. Беготню от них. Заходишь, блядь. Вот он, главный, нахуй. Куда, кто следующий? Преемник. Кто-то, как обычно, кто, блядь, сзади или в толпе в самой. Мрази, как вам, блядь? Благо, они медленные, тупые, блядь. Сини пошли. В короне какой-то хуже же был. А, вот он уже и все. Который нихуя никому свою власть уже не отдаст, да? Жирный, ты, блядь, не охуел? Джаба Фетт, блядь.
охуенно. Согласен. Что-то у него жизнь, по-моему, перестали отниматься. Нет, нахуй все. Приходишь в тяжелой броне и просто их хуяришь. Главное, блядь, не ссать, сука, этих пидорасов. Маленькая кукла. А вот и кукла, которая в город дает пройти. Душа дьякона в глубин. Да, пизданутый босс, конечно. Он, блядь. Просто давишь его и все, ебашишь. Опять почему-то горит мой тотем. Пустошение 20, но моя эмблемка горит почему-то слева вот этот. Положить. Не знаю, что она значит. Все. Тут даже прохода никуда нет. Дьяконы глубин, тупиковый босс. Интересно. Ну а за их душу, наверное, дают, блядь, кольцо. Которое дает Тимазу ходить по глубине, да? Да. Я тут тоже, пожалуй, сообщение черкану. Я же, мне же не похуй. Так, может помочь. Где тут? Смерть, гибель, радость, ярость. Смелость. Может помочь смелость. Смело, блядь, иди и пиздярь их нахуй, уёбков. Так, давайте посмотрим. Может быть, в говно утекло, блядь, и теперь можно подраться с гигантом. Что-то изменилось. Да иди ты в пизду, блядь, со своим веслом, уёбок нахуй, конченый, блядь. Я только что 300 человек, с 300 человеками дрался, блядь. На нахуй. Ты этого хотел, блядь, да, что тебе в очко вставили, блядь. Ну, я понимаю, в панцире, наверное, жопа чешется, блядь, думаешь, дай кого-нибудь. Доебусь до кого-нибудь. Храмовник ты у нас, пидорас ты, блядь, а не храмовник. Где поножи храмовника? Ебать, они весят, как КамАЗ просто. Еще тяжелее, чем поножи рыцаря Лотрика, а брони дают меньше. Ебануться. Охуенная вещь. Всем рекомендую. Пошел. Че, дьяконы, блядь, а? Как? Как же тухо-то? Смотрите, вот этого не было. Моста между вот этими двумя, который к воротам ведет. А говно, блядь, осталось. Охуенно. Просто супер, блядь. А тот встал почему-то. Очень, очень интересно, что такое, блядь. И где... Ну, ржавое кольцо, я считаю, должны за их душу дать. Ну, блядь, ну без ржавого кольца как драться-то тут, нахуй, в говне в этом? Че, реально ловить их за руку, когда они вас атакуют? Да в пизду, я не верю. Быть такого не может. Это что за бой такой, блядь, геморройный? Ну-ка, в церковь обратно. Что там наверху-то? Понятно, мы посмотрим. Возможно, не в этой серии, но посмотрим. Но, блядь, как гигантов отлупить? Да это даже не гиганты, это великаны. Гиганты это те, у которых дупло, бля, вместо головы было. Так, где этот? О, а ты кто, блядь, такой? А ты кто такой? А, это бабёнка с этим придурком. Да, мы встретились, кстати, это все моё. Я помню тебя, детка. Гюльчатый забрал, открой. Гроб Олдрика был пуст? Людоед. Куколка из пустого гроба. Куколка. Я как бы ни на что не намекаю, но я только что, блядь, 300 человек отпиздил. Как тебе? Никак, да? Тебя вообще хуй впечатлишь, да?
Заебись. Чувак, ты ее как это? Не? Не дает? Судя по его печи. А это что такое? А, здесь дыра. К этой монашке. А я думал, это вы стену разворотили, чтобы пройти. Хотел вам уже мастерок дать, блядь, с кирпичами, чтобы обратно за... Лудлета, Лудлета, тебя не... Лудлета, тебя не обижали? Они... Ага, да. Да, давай кольцо мне дай. Хуй, да? Не дал. Да... Магия, да? Дьякон и Грубин. Глубин выпускает остаток, потемневший от огня души. Насколько я помню, это стреляешь накопленными душами. Ну, она дает координаты, где искать Олдрика, за цитаделью Фарона где-то, что он там тусит. Гроб был пуст. Непонятно, как они прошли, не сразившись с кучей, блядь, дьяконов уебанских. А, ну, ладно. В принципе, и без ее подсказок можно понять, куда идти. Что... А тут, кстати, помощница какая-то сидела. Куда она ушла? Тоже ничего такая тетя Мотя. Блядь, у меня тёлки уходят просто на перегонки. Чё за говно? Лудлет, что я делаю не так? Скажи мне, какого хрена? Хотя, кого я обманываю? Ты-то что можешь об этом знать? Тьфу, нахуй. Вон это на ступеньках сидит и дрочит уже 25-й час. Ему вообще насрать. Какие глаза были только что у этого существа. Ладно, чуваки... На этом конец серии, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Это что за жопа в шляпе еще, смотри, нихуя у меня рука из шляпы вылезла. Грибочек, ну ты и вырядился. Так, короче, продолжение следует.